У нашому денному ефірі сьогодні поговоримо про досвід американських колег у лікуванні хворих на коронавірус. Та дізнаємося, яка ситуація сьогодні очима медиків. В ефірі Тіна Голобородько, лікарка Монтефіоре Медикал Центр у Нью-Йорку та доцент медичного університету імені Ейнштейна. Вона працювала із хворими на коронавірус саме під час піку епідемії. Та Дмитро Гавриченко, медичний директор та анестезіолог-реаніматолог медичного дому «Одрекс». Доброго дня, я рада вітати у нашому ефірі на 7-му телеканалі вас. Доброе утро. Тіно, вас в Одесі. Так, рада вітати. Отже, хочеться в першу чергу дізнатися, як ви зустріли, ви та взагалі медики Нью-Йорку зустріли інформацію про з'явлення такого нового вірусу, як ковід, і те, що наближається епідемія, а згодом і пандемія. Ну, у нас динамика была в Нью-Йорке чем-то напоминающая тоже Украину и Одессу, в том плане, что тоже был довольно большой сегмент населения, который не верил, который говорил, ну, это грипп, это ничем не хуже, чем грипп, почему уделяется так много внимания этому вирусу, у нас есть другие болезни, которые тоже важны, которых тоже много. То есть, в принципе, все те дискуссии, которые я наблюдаю там вот в русско-украиноязычном Фейсбуке, да, я, в общем-то, у нас были в Нью-Йорке. И многие люди оставались упорно неверящими, да, вот пока нас уже не полностью захлестнула эта волна, когда уже там, в общем-то, ну, к сожалению, да, не хватало моргов. В принципі, майже і у нас те саме було, так? Тобто у спочатку... Ну, у нас так і продовжується. Слава Богу, в Одесі поки такого не було, що у нас, щоб уже всіх зразу убедити. У людей є шанси поки не вірити в це. Да. Вот, як взагалі змінилося відношення до ситуації з часом? Ну, оно даже не со временем изменилось, а просто с наплывом больных. Да, то есть когда по новостям начали говорить, что уже нету мест в больницах и уже отказывают госпитализации даже людям, которым нужен кислород, а, к сожалению, в Нью-Йорке мы были уже в той ситуации, когда нам приходилось отказывать госпитализации даже людям, которым нужен был кислород, потому что больные лежали уже везде, во всех подсобных помещениях, куда можно было только кого-то положить. Единственное, до чего мы не дошли, это до того, чтобы класть их в коридорах вообще полностью в открытую пространство. Слава Богу, до этого мы не дошли, но они, у нас приемное отделение оказалась ситуация, когда им нужно было слать домой больных просто на кислороде. То есть вот им давали кислород, договаривались с компанией поставки кислорода на дом и отсылали их с ковидом, с температурой, с воспалением легких, с одышкой, с низкой сатурацией кислорода домой на кислороде, потому что у нас в больнице не было мест. Когда люди поняли, что мы уже в этой ситуации, вот мне кажется, понадобился вот такой экстрим, чтобы уже действительно все испугались. Ну, американцы, у нас чуть-чуть другая ситуация в том плане, что у нас гораздо больше доверия официальным органам. И у нас, когда вот CDC, у нас, к сожалению, CDC – это наше, ну, так скажем, Министерство здравоохранения в какой-то мере. Это организация, следящая за здоровьем населения. Они тоже не сориентировались вовремя. Они сначала людям сказали, что маски не нужны. И люди послушали и не носили маски. У нас так само майже было. Спочатку потрібно було, потім да. Говорили, що вона не захищає. Это не вина украинского правительства. Они следуют рекомендациям ВОЗ, CDC. Они ориентируются на рекомендации международных таких организаций. И, к сожалению, международные организации тоже сначала не сориентировались. Это отдельный вопрос. Почему? Потому что было понятно, что в Азии маски спасали. Непонятно, почему это не послужило для них как бы фактором, да, и уроком каким-то, но это отдельный вопрос. И у нас сначала посоветовали не носить маски, люди послушались, не носили, потом, когда нас захлестнула эта волна, уже, конечно, поступила рекомендация носить теперь всем маски, но к тому времени уже масок не было, и уже люди носили шарфы, банданы, чем угодно завязывали свое лицо, только вот не ходить вот так вот с открытым лицом. Ну, известно, изоляция, так намагалися якомога більше знаходитися вдома, ми тільки за необхідністю виходили. В принципі, якийсь час ми теж бачили таке в Україні. У нас це дуже було зарані. Так. Дуже зарані. Ми вже мали можливість підготуватися. Що, на самом деле, з учетом довіри к нашим офіційним істочникам в країні,
есть очень большие проблемы. И пока у людей кто-то из близких знакомых не заболел и не попал в больницу, люди не верят в это. Им кажется, что это что-то, но только не у них. Но когда мы видим, что количество больных растет в десятки раз, то реально мы понимаем, что ну, вот оно близко. И если просто люди не образумятся, будет очень тяжело. Був все ж таки дефіцит і масок, і в нас хтось і заробляв на цьому, давали якісь неймовірні суми, так, коли маска коштувала там 2,50, на 10 разів збільшували вартість її. Чи взагалі було так у вас, і чи є сьогодні дефіцит, чи можна взагалі говорити про це? Тому що ми тут і збирали гроші і на апарати штучної вентиляції легень. Як відбувалося у вас? У нас ми пройшли такий же путь примерно, як і ви. У нас масок поначалу не було, ну, респіраторів не було. Обичні маски були все время, вони ніколи не закінчились. Ну, основний, ну, ключовий момент – це, звісно, респіратори, да? Тому що часть ковіда передається просто через воздух. Маски захищають від воздушно-капельного способу передачі, але часть ковіда аэризолюється, просто витає в воздухі, особливо в палатах, де ці больні лежат і кашляють. І, звісно, одна вот така маска не захистить медработника. У нас спочатку їх не було, ми їх спочатку самі доставали, де могли. Все эти респираторы каждый где мог себе доставал, и мы их тоже многоразово использовали, защищали и так далее. Потом под конец уже апреля у нас уже все началось где-то вторая неделя марта, да? К началу апреля, к середине апреля уже появились у нас респираторы. Нам их выдавали утром. Мы когда приходили на работу, каждому в руки один выдавали. Это вот это был его вот этот респиратор на день. На следующее утро выдавали новый. Вот так вот мы функционировали. Сейчас у нас уже больных с ковидом нету. С начала мая у меня не было ни одного больного с ковидом. Он вот как-то как резко начался, так и резко закончился. А як ви думаєте, що послужило тому так, що закінчилися пацієнти з ковідом? Ну, я думаю, це цілий комплекс мероприятий, дійсно цілий комплекс мер. В першу чергу, це, звісно, те, що закрили всі заведення, де люди могли публічно збиратися. Да? Тобто у людей не було навіть можливості публічно збиратися, якщо б вони навіть хотіли. Вот, закриті були всі кафе, бари, ресторани, магазини, ну, як, собственно, у вас тут теж. Второе, люди дійсно серйозно віднеслись к ношению масок. И это все-таки, ну так скажем, местные власти прилагали к этому усилия тоже, там помимо рекомендаций, допустим, в общественный транспорт не пускали без маски. И до сих пор не пускают. В Нью-Йорке до сих пор люди по улице, просто по улице, даже по полупустой улице идут, ходят в масках. Люди серьезно относились к дистанции, действительно друг к другу не подходили. Если кто-то подходил, то им давали понять, что это некорректно. Даже детей, вот у меня ребенок, он мог побежать близко к кому-то подбежать, и вот ругались, кричали, заберите ребенка, почему вы не следите за ребенком, вот ваш ребенок близко подходит к людям. Бачила лайфхаки вашої дитини, так, коли одягали великий светр для того, щоб він не чіпляв так усе на шляху своєму. Да, было такое, было. Ну вот, поэтому люди действительно серьезно отнеслись к ношению маски, к дистанции. Санитайзер для рук найти не было, невозможно было нигде, его раскупили везде. Люди мыли квартиры, мыли руки и действительно вот так вот отнеслись максимально серьезно к этому, не собирались. И в тех, кстати, районах, у нас же тоже по районам Нью-Йорка была разная статистика. Вот в Манхэттене меньше всего заболело, хотя в Манхэттене больше всего многоэтажек и скученности людей. Но заболело меньше всего, потому что люди серьезнее всего отнеслись. Они все действительно одели маски. Никто никому близко не подходил, никто не собирался, то есть вот действительно следовали правилам, да. В Бруклине, в Бронксе была другая история, люди продолжали собираться по домам, как-то общаться, там более расслабленное было население, там больше всего заболело. И вот спрашиваю, да, даже почему там в Америке чернокожих больше заболело, чем белых, это у нас расовый вопрос, он это остро стоит. Но вот у нас еще они так и по районам распределены, вот расовая такая, ну так скажем, ну до сих пор в какой-то мере сегрегация получается. И вот те районы, они меньше соблюдали меры карантина и больше их заболело, соответственно. То есть там прямая корреляция идет.
Як доводилось лікувати? Було ще в квітні кілька методів, але вони не були затверджені. Чи можна сьогодні говорити, що є якийсь протокол, так, за яким лікують пацієнтів із ковідом? Вот вы знаете, я как раз вот хотела проверить, потому что у нас с мая этих больных не было, поэтому мы больше переключились на другие болезни, на такие более традиционные болезни, к которым мы привыкли. И я даже как-то меньше следила за новшествами, но только какие-то большие исследования, если выходили, я смотрела. Но вот я сейчас как раз проверила специально перед интервью, чтобы знать самое последнее. К сожалению, с тех пор, вот как у нас эти больные исчезли, никаких прорывов не произошло. То есть вот американские CDC, FDA рекомендуют лечение буквально двумя только препаратами. Это ремдесивир, да, и стероиды. У каждого из них есть свои показания, да, это у госпитализированных больных. У негоспитализированных больных рекомендуют никакого лечения вообще, вот, только жаропонижающие, да, соответственно, жаропонижающие и гидрацию, да, пить воду. Это все. А для госпитализированных, вот помимо ремдесивира, стероидов при определенных показаниях, которых я сейчас не буду вдаваться, да, и профилактических кроворазжижающих препаратов, они ничего не рекомендуют. У нас большинство больных с ковидом, я смотрю, здесь тут у людей назначение по 10 препаратов, о которых я никогда не слышала, и не знаю, откуда они взялись. Я вижу, что в Украине тоже антибиотики очень любят давать, мы антибиотики никому не давали, выписали 5000 больных с ковидом из нашей больницы за все это время без антибиотиков, все выздоровели, пошли домой, вот буквально с одним двумя препаратами и все. Ну, плазму выздоровевших еще мы назначаем в рамках исследований. То есть есть другие препараты, но они только в рамках исследований назначаются, а не вот так вот просто. Чем глибше в Одещині, знаете, тем цікавіші історії, іноді навіть ехінацею виписують, так, для того, щоб лікувати ковід. В Україні еще фармабізнес настолько развит, что препаратов, которые без доказательной базы, их просто сотни, и за счет бурной рекламы работы фармацевтов эти препараты просто проталкиваются до конечного потребителя, и люди действительно принимают списки колоссальных каких-то препаратов, которые, ну, хуже от них точно не будет, но и ожидать никакого-то эффекта – это просто бизнес. Але ж є міжнародні протоколи, і в Одрексі дотримуються їх, так? Безусловно. Мы очень стараемся следить, но в Украине очень ограничено использование тех препаратов, о которых говорит Тина. Да, ремдесивира в Украине нет. Угу. Когда он будет для меня тоже это что-то новое взагалі было. Безусловно, антикоагулянты, стероиды, они все применяются, конечно же, по показаниям всем пациентам рутинно. Ми бачимо, що статистика в Україні зростає, попри те, що ми знаємо, що робити, наче так, і взагалі в світі зменшується кількість хворих. У нас плюс 1000 щодня приблизно хворих виявлено, і це тільки тих, кого виявляють, так, за тестами. І з чим це може бути пов'язано взагалі, і чи можна якось зупинити це? Ну, первый вопрос, почему в Украине продолжает, да? Навіть зростає ще й так активно. А почему ему не... То есть, скорее, наверное, вопрос, как бы, как... Это, наверное, было бы какое-то чудо, если бы он, при том, что карантин снят, и люди общаются, да, и как-то собираются группами, не рос. То есть, в принципе, логично, что он растет, да? То есть, понятно, что для того, чтобы он не рос, это нужно было бы от него избавиться полностью. И потом соблюдать очень строгие меры вот, карантина, как в Нью-Йорке. До сих пор у нас не открыли спортзалы. У нас ковидных больных уже 3 месяца нет. У нас нету 3 месяца ковидных больных. У нас только сейчас осторожно начинают открывать залы. То есть Украина, она очень быстро закрылась. И, в принципе, вся потом открылась. Да, мы открывали все-таки фазами. Очень осторожно, то есть фаза, вот первая фаза открытия была, когда только вот строительные бизнесы, какие-то самые вот нужные бизнесы открыли, да, открыли, поддержали 3 недели, месяц, посмотрели, так, не распространяется, да, открыли следующую фазу, то есть очень постепенно, очень медленно выдерживая. Здесь все-таки как-то так оно быстро произошло, да, вот поддержали всех и потом всех открыли. Ну и еще и лето. Еще и лето, когда, конечно, людям хочется, они от зимы устали, от карантина устали, конечно, им хочется выйти, увидеться с друзьями, посидеть в кафе, как-то пожить. То есть это все понимаемо, да, так сказать. Еще и закрытая Европа, и вся Украина приехала погреться. Ну да, солнышки погреться и покупаться. Вот, так что это понимаемо, что он растет.
Другое дело, что очень важно смотреть, сколько людей прибавляется. То есть вот такая показатель, который называется RT в эпидемиологии, это скорость распространения инфекции. Это же нужно эти цифры коррелировать с ресурсами, правильно? И в принципе я понимаю, что вот это общее понимание существует, что так как ресурсы в Украине гораздо более ограничены, чем у большинства других стран Европы, да, то мы не можем сравнивать наши цифры с их, потому что мы даже с четвертью их цифр не справимся тут. Правильно? Поэтому, в принципе, эти цифры небольшие. Вот люди могут сказать, ну, там 100-200 на всю страну, это же ничего, посмотрите на другие болезни, да, у нас там туберкулез и еще что-то. Но, во-первых, это одно другое не замещает. Это еще плюс ко всему тому туберкулезу и раку, и сердечно-сосудистым. То есть одно другое – это еще дополнительная нагрузка на систему. И если ее хоть как-то можно нивелировать и предотвратить, то, конечно, нужно делать все вот в этом направлении. Да? И это первое. А второе, вот я посмотрела количество коек больничных на душу населения. Да? Вот у развитых стран ниже Украины – Бангладеш только. Вот в том списке, который был. А все остальные страны, они выше Украины по количеству коек на душу населения. Поэтому тут может оказаться действительно ситуация вот такая, как в Нью-Йорке. У нас в Нью-Йорке заболел, я посчитала, 1% населения заболел. И то нам пришлось, 1% населения Нью-Йорка заболел, и нам пришлось отправлять людей на кислороде домой. Да? То есть у нас закончились койки, а у нас только в одном Манхэттене 10 громаднейших больниц. И вот 1% населения заболел, и нам пришлось это... Здесь настолько ограниченный ресурс, что если даже, ну не знаю, сотни заболеют тяжело, да, то им может не хватить медицинской помощи. Поэтому здесь люди должны быть, наверное, в десятки раз осторожнее и больше бояться, так скажем, этого, чем вот даже в той же Европе и Америке. Но, к сожалению, пока что происходит наоборот. Від чого залежить перебіг хвороби? Чому хтось хворіє безсимптомно, а хтось знаходиться у важкому стані? Ну, это сейчас очень активно исследуется. Этим вопросом задается весь мир. Есть, конечно, известные факторы риска вот тяжелого течения болезни, и мне кажется, их уже так, наверное, все знают, да, это избыточный вес, ожирение, это, наверное, один из самых важных факторов, такие, которые утяжеляют течение. Другие – гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и возраст. Но это такие основные категории, да, утяжеляющие течение. Но при этом я думаю, что еще важную роль играет доза вируса, которую больной получил. Потому что это объяснит, почему медработники зачастую болеют тяжелее, чем общее население. Да? Я думаю, это основные факторы, но я думаю, что есть еще другие факторы, о которых мы еще не знаем. Потому что не очень сложно объяснить, почему два абсолютно одинаковых вот, молодых здоровых парня, абсолютно одинаковых, казалось бы, они молодые, здоровые, одного возраста, в хорошей форме, да, у одного бессимптомно будет, а другой окажется на вентиляторе. Вот это объяснить из того, что известно, сейчас сложно. Я знаю, что были разные там теории по поводу группы крови, не подтвердилась, насколько я знаю, группа крови, теории с группой крови, да. Различные другие теории, но я последнее, что я слышала, что начинают находить какие-то генные ассоциации, генетические, генетическая предрасположенность вот к этому вирусу. Последнее, что я слышала, что у тех, у кого больше неандертальских генов, переносят этот вирус тяжелее. Да, это вот последнее, что я слышала в этой области. Неандертальские гены. А у нас в Америке есть компания 23andMe, которая определяет ваш полностью генетическую композицию вашу и может вам сказать, какой у вас процент неандертала. Да, и вот пока что нашли корреляцию вот с этим процентом. Это последнее, что я слышала, но таких уверенных ну, так скажем, абсолютных ответов на этот вопрос еще нет. Я чула таке, що із часом наче вірус розщепляється, так, і він стає такий менш активний. Чи правда це взагалі? Тобто теорія вірусології так. В цілому, що вірус, як організм, он не задумывается о том, чтобы убить своего носителя. Он задумывается о том, чтобы он его поносил, он размножился и пошел жить дальше. Именно поэтому мы помним, как развивался грипп,
да, на планете, что изначально это была колоссальная проблема на планете, а сейчас, ну вот там, не знаю, в прошлом году из нас еще никто на грипп никак не реагировал. У нас же есть вакцина сегодня. Или активный образ жизни, уже и вакцина есть. Поэтому эта теория вирусологии, она, скорее всего, через каких-то там, не знаю, слышал, тоже читал статьи, 50 лет, тоже все будут смеяться и говорить, да, это не важно, коронавирус. Ну вот это теория, но пока что она не доказана, что коронавирус слабеет. Это действительно гипотеза есть такая, но она еще не доказана, что он слабеет. Есть вероятность еще клеточного иммунитета, что люди, у которых был контакт с несколькими копиями, допустим, вируса, недостаточно для того, чтобы заболеть и произвести антитела, но достаточно для того, чтобы иммунную систему уже настроить на защиту от него. И вот у них частичный клеточный иммунитет вырабатывается, даже несмотря на то, что они не болели. И поэтому болеют меньше и болеют менее тяжело вот за счет этого клеточного иммунитета. Вот еще есть такая теория, что это играет роль. У испанки, вот с которой часто сравнивают коронавирус, да, у нее заняло несколько лет мутировать и ослабиться, чтобы люди перестали болеть. Коронавирус относительно еще новый. Я не знаю, достаточно ли времени прошло, чтобы он действительно мутировал. Но не отрицать, не подтвердить теорию эту пока что нельзя. Да. Так, а чи є важкі зараз хворі? От їх становиться все більше і більше. Серйозно? Я хотів би согласитися і ще раз там актуалізувати те, що говорить Тіна, що дуже важливо отримати яку дозу вірусу. По всей Европе был, когда вот только это все начиналось, основными, кто попадали на искусственную вентиляцию легких, это были анестезиологи. Потому что они во время интубации трахеи, когда они обеспечивают проходимость дыхательных путей, они получают очень большую аэрозоль-генерирующую. Это аэрозоль-генерирующая процедура высокой концентрации вируса, если у больного человека. И анестезиологи очень быстро и тяжело болели. А это быстро поняли, начали защищать анестезиологов, и они сейчас работают и в нашей клинике в том числе в защите даже с обычными, с любыми рутинными пациентами. И это еще в пользу того, что даже банальное ношение маски может снизить концентрацию вируса, которую получить может пациент, да, или получить человек может, и переболеет тогда легче, просто легче перенесет это заболевание. Но учитывая, что тоже это известные статьи, когда выборка идет, что из 100 человек, 80 человек это переносит как грипп, 20 человек госпитализируется. Но если это количество растет, то вот эти 20%, они просто в числах становятся больше. И как Тина уже говорила, что количество коек в Украине очень низкое на душу населения, и они просто заполняются. Мы знаем, что инфекционная больница, больница водников – это первая волна, которая приняла на себя COVID. Они сейчас заполнены и не могут больше принимать пациентов, у них с этим большие сложности. Поэтому пациентов становится больше, соответственно, становится больше и тяжелых пациентов. На що можуть опиратися лікарі, так, лікуючи своїх пацієнтів? Якщо немає наукових досліджень, все це ми бачимо в теорії тільки. От якась є модель, так, лікування пацієнтів? Основне, чим ми зараз займаємося, коли лічимо пацієнтів, і основне, що їм потрібно реально пацієнтам, які госпіталізуються, це в основному кислород. Це проходить по всьому світу рутинно, і благодаря використанню кислороду цим пацієнтам вже гораздо легше. І на самом деле нужно просто пересидеть, перетерпеть эти сложности. Конечно, да, у них бывают высокие температуры, нужно сбивать температуру. Доказано много очень статей насчет коагулопатии, тромбозов, различных при этом заболеваний. Нужно обязательно рутинно использовать антикоагулянты, это мы делаем. И в зависимости от того, какая сопутствующая патология у пациентов, нужно, конечно же, все это учитывать во время лечения. Очень еще хороший эффект показала промпозиция, это позиция пациента на животе. Все тяжелые пациенты, лежа на животе, им гораздо легче дышать, и у них показатели кровонасыщения кислородом гораздо выше. Даже в тяжелых стадиях именно таким способом мы избегаем, чтобы пациентов не интубировать и не переводить на искусственную вентиляцию легких. Цікавий такий момент. Так, люди свого часу, ще й досі, мені здається, скуповували антибіотики, якісь ліки, які вони там вичитували в гуглі, які можна було брати, захищатись. Навіть ті, хто не хворів, вони купували собі, аби було. Що, до чого це може призвести взагалі? І ваше відношення як лікарів до того, що люди самі пішли до аптеки, подивилися по телевізору, вичитали в інтернеті, накупили собі ліків і от чи захистили? Стилися вони, чи зробили щось гірше? Ну, опять-таки, людей винить в этом нельзя.
Потому что когда ты заболеваешь, ты очень хочешь что-то сделать, чтобы себе это все облегчить. Поэтому я понимаю людей, которые начинают, тем более, что я вот заметила такой парадокс тут, что люди себя ведут, пока они здоровы, они себя ведут, как будто они не боятся заболеть, но как только у них подтверждается коронавирус, они впадают в какую-то совершенно смертельную панику, вот, и готовы просто на все. И начинают скупать все подряд препараты, и готовы себя колоть и госпитализироваться, платить в любые деньги. То есть это какие-то такие, они в крайности, да, такие чуть немножечко бросаются. Но нужно их предостеречь. Я очень рада, что вы задали этот вопрос. Потому что, конечно, многие лекарства, они мало того, что неэффективны, если бы они просто были неэффективны, это полбеды, но они действительно могут быть при коронавирусе вредны. И люди могут себе этим навредить. И те люди, которые просто будут пить жаропонижающее, легче и быстрее выздороветь, чем те люди, которые будут принимать по 5 препаратов, которые или 10, не дай бог еще, которые они накупили в аптеке. Особенно вот антибиотики, по поводу антибиотиков хочу предостеречь. Мы действительно, я вижу, что в Украине рутинно используют антибиотики для госпитализированных больных. Дело в том, что COVID, он поражает практически все органы тела, в том числе печки, почки, печень. Это был такой комбинированный для почек и печень. Почки, печень и желудочно-кишечный тракт, сердце. Дело в том, что у антибиотиков тоже бывают побочные эффекты, вот, которые влияют на почки, печень и желудочно-кишечный тракт. Да? Вот, COVID может вызывать тошноту, понос у людей. Антибиотики могут вызывать тошноту, понос. COVID вызывает почечную недостаточность. Антибиотики некоторые могут вызвать почечную недостаточность или усугубить ее. Да? То же самое с печеночной недостаточностью. Антибиотики могут давать побочные эффекты на печень и COVID. То есть, таким образом, ну, в принципе, если у человека уже нарушение есть функции органов, ему нужно лежать в больнице, а не лечиться дома. Поэтому, конечно, важно все-таки при диагнозе проверить анализы хотя бы у себя, да, и убедиться, что все органы работают нормально, тогда можно лечиться дома. Но, конечно, вот это самолечением, этим можно себе очень сильно навредить. Поэтому нужно быть очень осторожным. Сложнее всего ничего не делать, когда ты заболел, а просто лежать дома, пить чай и жаропонижающее. Это сложнее всего, но это пока что в данном... Вот при данном заболевании это самая здоровая стратегия. Очень хотелось бы добавить, что если люди будут вот так же принимать рутинно антибиотики, при том они их принимают не по схемам, не те сроки, которые положены, просто, ну, условно очень говоря, они могут таким образом вырастить у нас в стране такую микрофлору, которая не сможет, с ней антибиотики не смогут бороться. Об этом говорит сейчас весь мир, об этом говорит ВОЗ, о том, что реальной проблемой могут стать антибиотики-резистентные микробы. И это, тобто, да? Да, да. И это очень может быть серьезной проблемой. И вот тогда будет очень сложно. Поэтому, конечно же, люди не должны просто там по своему желанию принимать там 1-2 дня антибиотик, а потом уже у него упала температура, потому что на самом деле она уже и так упала. И он перестает пить этот антибиотик. А через день он вспомнил, выпил еще таблетку. И он просто тренирует всю условно-патогенную флору, которая есть у него. И плюс, если даже у него есть какое-то бактериальное заболевание, эти бактерии тоже тренируются. Известно, что бактерии, даже когда они умирают, на каких-то своих там они уровнях, они могут передавать информацию другим бактериям об устойчивости к антибиотикам. Ці бактерії, так? Але сьогодні говорять про те, що треба звикнути все ж таки і нам жити із цим ще довгий якийсь час, можливо, все життя наше, так? Із ковідом, і треба якось прийняти, що він існує. Щоб ви радили для того, щоб заспокоїтися. І, звісно, не побігти кудись у ресторан, там, чи де є велике скупчення людей, а все ж таки прийняти, що є така дійсність, так, але треба якось себе берегти. Що з цим робити взагалі? Чи правда, що нам доведеться жити з ковідом? Маю на увазі, що він буде існувати тепер поряд із нами. Ну вот в Нью-Йорке мы уже в той стадии, когда у нас уже 3 месяца его практически нету, да, то есть мы вот как бы привыкаем к жизни с этим. Как я вам уже говорила, у нас до сих пор люди везде ходят в маске, у нас в общественный транспорт без масок не пускают.
Поэтому у нас в масках все в общественном транспорте. Конечно, жизнь не остановишь, да, все равно люди как-то хотят отпраздновать день рождения, как-то хотят какие-то у них события, увидеться с друзьями и так далее. Поэтому нужно жить в реалиях того, что жизнь не остановится, и какой-то риск все равно будет. Но что бы я посоветовала, это, конечно, в любых закрытых помещениях и в любых помещениях, вот когда вы находитесь с другими людьми, это, безусловно, носить маску. И точно в общественном транспорте носить маску, да. Если была какая-то, допустим, избегать, пока вот вакцина не вышла, пока нету какого-то вот, или, по крайней мере, очень эффективного лечения от ковида, не вышла вакцина, не вышла, то все-таки оберегать родителей своих, да. Вот, к примеру, если вы ходите, общаетесь, то, может быть, посидите дома, избегайте общения 2 недели перед встречей с родителями. Или встречи с родителями в масках. Ну, руки мыть, понятно, хотя вот сейчас уже начинают поступать данные, что все-таки воздушно-капельный путь, вот когда люди просто друг с другом разговаривают, это все-таки основной путь передачи, он меньше передается через поверхности, чем вот так вот, но мыть руки, безусловно, и стерилизовать тоже нужно. Ну и вот так вот, наверное, жить. Вот мы в Нью-Йорке уже привыкли, я вот Дмитрию Георгиевичу рассказывала, что сейчас уже подойти близко к другому человеку становится дискомфортно. Без маски чувствуешь себя как без одежды, практически уже тоже дискомфортно. То есть мы, в общем-то, привыкли, для нас это стало нормой. Это, конечно, грустная норма. Это, конечно, очень грустная норма, что ты не можешь не увидеть ни улыбки человека, ни, в общем-то, мимики его, да, сложнее гораздо общаться в масках. Но это такая вот вынужденная мера сейчас, чтобы себя оберечь и оберечь пожилых людей нашего общества. И не пожилых, больных, людей с раком, людей с пониженным иммунитетом и тех вот, тех несчастных, у которых высокий процент неандертальских генов, у которых будет тяжелое течение. Да. Краще знати, да. Що людина в безпеці. Так? Можна додати ще такий немножко комічний факт, але тим не менше, що коли намагаєшся соблюдати дистанціювання, наприклад, в супермаркеті, і стоїш в очереді на касу в дистанції 1.5 метра від покупателя, і просто в этот момент другой покупатель так на тебе смотрит, не понимаешь, становится перед тобой с тележкой. Вот пока это люди не поймут, будут сложности, это очевидно. Я думаю, что все-таки заведения должны больше начинать регулировать. Это все-таки должно быть ответственность вот заведений, тех же магазинов, банков и любых помещений, в которых вот люди заходят, да, чтобы все-таки регулировать эту дистанцию, чтобы люди привыкли, пока люди привыкнут. Потом люди привыкнут, это уже будет происходить само собой. Но вот сейчас такой период, когда им нужно изменить свое поведение, изменить привычки, это очень сложно сделать, для этого нужен очень сильный стимул для людей. Ну, допустим, врачи, они видят этих больных каждый день, нам это легче сделать, потому что у нас сильнее стимул, мы этих больных видим. А людей, которые об этом слушают только из новостей, для них это абстрактное понятие, этот COVID, да, который, ну вот они не видели, никто из них из родных не заболел. То есть это для них просто зачастую недостаточный стимул, да, для того, чтобы что-то менять. Но вот это нужно в себе пересилить, все-таки сделать. Это, наверное, должна быть ответственность вот этих вот всех заведений все-таки как-то это регулировать внутри и людей воспитывать, наверное, приучать. На ваш погляд, Дмитро, теж треба якось зберегти себе, так? І карантин чи допоможе? Однозначно. Саме головне – це беречь нужно людей в возрасте. Це наші родители, да? Це ті люди, у которых очень высокие риски перенести эту болезнь тяжело, трудно. Почти у всех взрослых людей, помимо возраста, у них есть еще сопутствующая патология. Очень большая распространенность сахарного диабета у нас в стране. Это все те факторы, которые не позволят перенести эту болезнь легко. Будет сложно болеть. Поэтому нам нужно беречь своих родителей. Это самый очевидный факт, который должны мы все понять. А однозначно, конечно, нужно избегать всех мероприятий, там, где скупченность людей. Этого просто не должно быть. Никто не говорит, что нельзя гулять в парке, но когда, не знаю, на пляже просто все лежат друг на друге, это, ну, вообще тоже уже никуда не годится, и это приведет к тому, что будет расти количество заболеваний, как мы это с вами, собственно, и видим. Чи чекати другу хвилю? Здесь, в Украине? Ну, взагалі по світу.
В Україні, я не знаю, мені здається, що перша з нас. Так. Ми на гребні. Вот. І я боюсь, що ви ще не на гребні. Я дуже сподіваюся, що ви на гребні. Ну, вы знаете, вот как у нас в Нью-Йорке получилось. Мы, конечно, все ждали вторую волну, когда откроют экономику и откроют все заведения, бизнесы и так далее. Ее не произошло, и не произошло даже когда у нас начались массовые протесты вот за расовое равенство. Может, вы слышали BLM. У нас в Нью-Йорке происходили огромные протесты, тысячи людей ходили, кричали близко друг от друга, без масок. Мы думали, что сейчас у нас будет лавина просто. А заболевших не было. Как это объяснить? Ну, опять-таки, разными теориями. Больше всего мы это объясняем, что настолько в городе переболело, вот в ту первую волну, она была настолько мощной, и такой был процент инфицированных в Нью-Йорке, что все-таки у нас какой-то коллективный иммунитет сформировался. И, наверное, вот роль клеточного иммунитета, того, о котором я говорила, когда вот человек не переболел, но при этом, так как у него был контакт с вирусом в маленькой дозе, да, то он частично, у него есть уже иммунитет к нему. То есть, допустим, маленькую дозу, какую-то небольшую, он еще может, ну, как-то, так скажем, отгородить себя от нее, да, и защитить организм. Я это объясняю так. Так что... Может быть, и не будет. Но это, наверное, должно переболеть столько, сколько переболело в Нью-Йорке. Может быть, в Швеции тоже, да, такой пример. Вот они, не вообще у них карантина не было. У них в какой-то момент они лидировали по смертности в Европе и заболеваемости. И все на них показывали пальцами и смеялись, что вот шведы какие, да, недальновидные. А вот сейчас у них все пошло на спад. Несмотря на то, что никаких мер они не принимали. То есть, может быть, вот это понятие группового иммунитета, такого клеточного иммунитета, когда у людей какая-то невосприимчивость, ну, какой-то уровень невосприимчивости к вирусу образуется, да, не переболев даже, может, он имеет место быть. И, может быть, второй волны не будет. Единственное место, где я слышала о второй волне, вот два места, это была Испания, где они открылись, и была вторая волна. И я не знаю, как объяснить тот факт, что, потому что в Испании тоже очень многие переболели в первую волну. Я не знаю, как объяснить тот факт, что в Испании была вторая волна, а в Нью-Йорке ее не было. Ну, вот это вот нужно будет эпидемиологам разбираться. Еще очень важно, о чем нужно помнить, что в осеннем периоде всегда есть обострение всех респираторных заболеваний. Поэтому это может быть не вторая волна, а просто к этому всему, что у нас есть, прибавятся обычные наши все осенние проблемы, гриппы, грипп-пневмонии, вирусные ассоциированные. Это тоже усугубит достаточно может ситуацию. И может быть кто-то это расценит как вторую волну. Но на самом деле эпидемиологи говорят, что это просто обострение сезонное заболевание респираторное. То что ж робити все ж таки? Якісь поради, можливо? Вони, я розумію, що звучали вже неодноразово, але можна ще раз їх повторити. Я в Америке вот всем рекомендуется сделать вакцину от гриппа, потому что будет очень обидно попасть в больницу с гриппом и в ней заразиться ковидом, да, или попасть в больницу с гриппом и занять койко-место так, что кто-то с ковидом не сможет получить эту койку, да, и умрет дома. То есть вот у нас все бросились, у нас вот в этот сезон были максимально, ну, рекордно низкий уровень гриппа, заболеваемости гриппа. Ну, во-первых, все в масках ходили, и никто не виделся, поэтому грипп не передавался. Во-вторых, все провакцинировались от гриппа. Я украинцам тоже советую это сделать, чтобы просто уменьшить заболеваемость, да, в общем, вот на зиму, на осень и зиму. Но еще раз, конечно, в любых местах скопления людей, в принципе, их избегать, то есть если можно избежать общественного транспорта, избегать его вообще. А если не получается избегать, то, конечно, в маске. Я очень надеюсь, что, может быть, даже будет какой-то указ, что не, ну, перестанут пускать просто в маршрутке без масок людей, да, как у нас. У нас вот едет автобус, и у него помимо номера автобуса идет бегущая строка, что маски обязательно. Маски обязательно. Вот это вот, вот так вот во всех автобусах в городе, да. То есть я вот надеюсь, что это будет. Избегать, конечно, сборищ, максимально носить маску, максимально мыть руки и очень беречь своих родителей. Да, и вообще всех пожилых.
Я не знаю, может, Дмитрий... Будем беречь друг друга, носить маски, все будет хорошо у нас. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Це був день ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого, бережіть себе та своїх близьких.